Сегодня сотрудники органов внутренних дел России отмечают профессиональный праздник. В их числе и те, кто несет службу на железнодорожном транспорте. Сотрудники линейного отдела обеспечивают безопасность граждан и пресекают преступные деяния на объектах транспортного комплекса. Вы, коллеги мои, постоянно находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. Только ваше мужество и профессионализм, он подчеркивает необходимость и важность нашей работы. Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам наших органов внутренних дел. Ваш опыт бесценный, который наработан с годами именно трудовых будней, он традиционно передается и является наибольшей частью наследственности нашего поколения. Особое внимание сотрудники линейного отдела уделяют ветеранам службы, тем, кто многие годы служит примером для молодого поколения. Особые также поздравления хочется передать нашим сотрудникам линейного отдела милиции на станции «Орел», которые, как бы не было трудно, справляются с поставленными задачами.